Итак, 8-й дивизион. Продолжаем путь к 7-му дивизиону. Три игры осталось. Никак не получается набрать очки. Что у нас с физикой? Так, Рената отошел от травмы. Надо Шурилес выходить. Сыграем так. Мармалей не хочет играть. Эвертон Юнайтед. Сто процентов Ливерпуль. Бани, Старидж, Валенсия. Опять будет нелегко. Теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть на пределе возможностей. Приляж. Шурель, давай стреляй. Не попадает створ. Как он сквозь ноги, блин, забирает.
головы снимает. Куда ты ведешь? Влево жму, он как-то вал от самого года. Прямо на вратаря. Он мне волю дает. Угловой нам дает. Алонсо. Вратарь на Минце. Как там он мимо пробежал? Что происходит? Что это было? Опять сам как-то ему взял, отдал. Опять. Ну чё ты подбежал сюда? Thank you.
что это такое? Прилип. Напряжение. Ничего не доходит. Так сильно пас даешь, легонько ж нажимаешь, дает фигня куда. Дальний убей, ну не получается что. Валенсии.
центр теряется, блядь. Что ты делаешь? Прямо давай пас. Пропустили на последнюю минуту. До следующей серии. Проигрыш. Опять не везет.